Это вот у нас сидят две девочки. Раньше книжки было очень трудно достать. И поэтому одной из них удалось достать интересную книжку. Она сидит, гордо читает. А вторая девочка подсела и спрашивает, что ты читаешь, а ты потом дашь мне тоже почитать? Ну, и они такой диалог, беседу ведут. Это очень старая скульптура. Еще она была, когда моя мама была маленькая. И вот сейчас уже дракону 9, и она все еще стоит. Ее периодически подновляют. Кому 9? Тебе. Вот. Ее подновляют, девочек красят. Ну, как-то их покрасили в жуткий зеленый цвет. Потом их кто-то другой там испачкал. Хорошо было бы их раскрасить, как они должны быть. Какой у нас сейчас город красивый. Такие вот кустики постригли. Новые елочки теперь растут. Здесь раньше были большие елки. Вон еще кустики. Красота. Конечно, голубая елочка. Она колюченькая. Кстати, я тут шишку увидел. Шишечка маленькая растет. А это надоело? Ну, вроде ран еще и шишки-то. Не, да, вот. Вот еще шишки у нее. А в них есть? И уже смотрите, какие деревья. Прям такие осенние. Скоро, ну, листья уже падают. Но еще не все. Уже красотища. А вон наш фонтан. Он еще пока не выключен, пока еще работает. Ну, а потом, когда будет вообще 8, он выключится, да? Мы в нем не купались. Нам достаточно было двух озер, Малаховского и Кратовского. И вот здесь есть скульптура аист. Вон аист стоит. А как аисты могут это? А там еще одна скульптура, там девочка. Еще там раньше была девушка, ее сломали, и Баба Яга. У нее тоже что-то отломили. А, кота у нее отломили. Забрали. Да, вообще. Саня, аккуратно не подходи. Нам туда падать не надо. Я вот, палка. Ты палкой? Да.